Как быстрее справиться с болью? Представьте, что организм человека – это губка. Это обычные таблетки. А это шипучий Эфиралган 500. Благодаря особой шипучей формуле, Эфиралган 500 быстрее усваивается организмом и устраняет боль в два раза быстрее. Эфиралган 500 избавит от боли в два раза быстрее. Освежающая вода. Акваминерале. Всегда на высоте. Гарни фрукти свежесть. Волосы долго не становятся жирными. Даже после метро. Даже после бистро. Гарни фрукти свежесть с активным концентратом фруктов. Это доказано. Волосы еще сильнее, еще свежее, еще легче. До самого рассвета. Гарни фрукти свежесть. Новая сила и блеск волос. Любимый сад – это уникальное сочетание двух любимых фруктов. Мой любимый вкус. И мой любимый. И мой любимый. Наш любимый сад. Опять засорилась. Всегда одно и то же. Что бы я ни пробовала. Сейчас я этому засору покажу. Подождите. Тирет легко устраняет даже сильные засоры. Тирет густой гель проникает глубоко в трубу даже при наличии воды в раковине. И за короткое время удаляет даже самый стойкий засор. Невероятно! Тирет справился. А также Тирет безопасен для любых видов труб. Вот почему мы рекомендуем использовать Тирет. Тирет устраняет даже сильные засоры. Теперь в новой литровой упаковке. Да, умна, нежна, красива. К вещам относится очень бережно. Ей можно полностью доверять. А главное, жена от нее просто в восторге. Потому что мы знаем толк в стирке. Электролюкс, Швеция, сделано с умом. Совсем не похож на Супермена. Серый костюм, белая рубашка, в руках папка. Но именно он бросает вызов всемогущей мафии. Я сам с ними разберусь. В городе, где все смирились с властью бандитов. Потому что жить охота. Он один выходит на неравный бой. Не посмеет. Посмеет. Тогда не успеет. Посмотрим. С 15 ноября на ТВ-6 новый детективный сериал. Здравия желаем, гражданин начальник. Извечные российские вопросы. Кто виноват? Разно говорят. Что делать? Нужно снимать хорошие фильмы. Куда крестьянину податься? В Кремль. И главный вопрос, не послать ли нам гонца? К президенту. В субботу вечером Лев Дуров и Михаил Евдокимов отправятся на поиски правды. Ну проходи уж, раз приперся. На ТВ-6. Все вы, ребята, нормальные! Одни считают их героями и настоящими патриотами. Другие уверены, что эти люди – изменники Родины. Но так выглядит демократия у нас. Два капитана, рассказавших правду об экологии на Тихоокеанском флоте, в программе «Опасный мир». В пятницу в 17:30 на ТВ-6. Это игра. Это серьезная игра. В ней всегда есть победитель. И у нее всегда есть зритель, который может стать победителем. В этой игре счет идет на деньги.
Обратный отсчет. В субботу в 18.00 на ТВ 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Земля, воздух. 6 радиостанций бьют в одну музыкальную цель. Прямой эфир из эпицентра звука. Каждое воскресенье на ТВ-6. Земля, воздух.